В администрации района состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативной группы межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский. Заседание прошло под руководством главы района. Основной темой обсуждения стали грядущие майские праздники. Первым вопросом на повестке дня были меры по обеспечению безопасности во время подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню весны и труда, а также Дню Победы. По данному вопросу свои мнения и предложения высказали начальник управления культуры и заместитель начальника полиции, ответственный за общественный порядок. Традиционно в преддверии майских праздников межмуниципальное отдел МВД России Кашхабльский подходит к этому вопросу со всей ответственностью и разрабатываются определенные номенклатурные организационно-практические мероприятия, которые оформляются документально. Имеется контрольно-наблюдательное дело, где концентрируется вся нарабатываемая информация и документы. Затем был обсужден вопрос об обеспечении антитеррористической безопасности объектов образования, а также поддержания порядка и общественной безопасности при проведении последних звонков в районе. По этой теме выступили начальник управления образования, заместитель начальника полиции и начальник пожарного гарнизона. Они представили присутствующим необходимую информацию и объяснили требования пожарной безопасности на время проведения данных мероприятий.